Ну, поехали. Здорово всем еще раз. Прикольно сегодня поиграли, я считаю, в покерец. Основные турниры, конечно, как всегда, у меня... Ну, вы поняли. А вот другие довольно интересные были. Спасибо, Дрон ФМ, за 35 лет. Научился умными словами расстаться. Ты про покер? Ну, у меня же был коуч на позапрошлом стриме по покеру. Тикс. Да бляха, муха. Ой, ну что, все в мясорубку? Едрить. Ну, конечно, я последний, да. Да не в эту сторону крутите, в другую, балбесы! Ой, ну да. Ну это я плохо сыграл, конечно. О, да. Ну это пасис. Это пасис, да. Ну это я сам виноват. Я сам виноват здесь. Чисто сам виноват. Первый разминочный, да? Скинцов пока что нету. Я презираю в таких играх скины. Они вообще не нужны здесь. Ну, мне не повезло. Они крутили мясорубку не в ту сторону, там, перед дверью. То есть, опять-таки, это не моя вина, что я проиграл. Вот эта вот мясорубка, там, не туда ее крутили, не в ту сторону. Ну это опять не в ту сторону крутят. Скины тут главное? Нет, главное здесь дойти первым до финиша.
Мне норм. Так, вот сейчас мне не очень норм. Да ладно, кем? Свой, что ли, украл? Бля. По-моему, у меня свой украл, да, ведь? Я же не совсем глупый. Да, в смысле? А как надо воровать? Ты именно с жопы надо воровать? Я не понимаю. Дополнительное время? Почему? Да ну, бля, ну серьезно? Да сколько можно дополнительного-то времени? Ну и мы в итоге сосем, да? Нет? Какой клёвый кин сосиски. Вот этот? Не вижу необходимости в скинах все равно. Склизкие бои. А, ну это от жижи надо убегать, да. Да не буду я покупать скины. Вы можете задонатить, чтобы я купил скин. И тогда я все равно не куплю скин и скажу вам спасибо за донат. Красиво было. Да, блин, какой же я кретин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет! О, Пугерс! Поддержу Азравов. Я заплатил 400 рублей за эту игру. Знаешь, я считаю, достаточно их поддержал.
И у нас... А, уже финал? Окей. Блин, я в самом анусе сижу. Ой-ой-ой-ой, минус этаж сразу сходу. Блин, да опять минус этаж, ну ё-моё. Спасибо за донат. Скин не куплю, сразу говорю. Блин. Да ну ё-моё, да как так? Ну я два этажа пролетел, да. Но было неплохо. Спасибо, Анимус, за полтос. Скин не куплю. Скорее, у меня уже куплен. Спасибо за полтос. На девочек? Ну вот это лучше уже, да. Потрясающе. Почему я упал именно? Давай, опускай. Опускай. Ну, ты встанешь? Нет, чел. Да вот сюда зайдите. Ну что за идиоты? Ну почему у меня идиоты? Вот сюда подойдите, вот. Нет, турик не выиграл.
как покер. Да интересно поиграли, интересно. Цел, но ничего не выиграл. Здорово, Бьерн. Блин, только не хвосты, это так душно просто. Вот хвосты самое душное, что есть вообще. Ну хотя яйца тоже на самом деле не круто. А, вообще ничего не будет. А, ага. Снова маршрутка. Спасибо, Бурн, за ежевику. Они типа усложняются со временем, да? Быстрее становится просто, ясно. Двадцать один. Три по семь. Сейчас будут яйца. Ща будут яйца. Сталкер завтра. А, нет, смотрите-ка. Охуенное начало, я вам скажу. Да, бля, да что такое? Да как идти-то, бля, они ровным прям потоком идут. Да, увы. Ну это жесть какая-то, меня просто несколько, три раза подряд вначале меня выкинуло вообще в помойку. Хорошо, Алин Ринлин.
Опять мясорубка. Как игрушка? Нормальные игроки не очень. Бля, рано прыгнул. Ой, балбес. Ай, блядь. Больно. Жижа. Клип с Мэлом? Ну, смотря какой. Какой ты клип видел? Яйца. Нет. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Это наше яйцо. Нет, это наше яйцо. Нет, это наше яйцо. Иди отсюда. Это наше яйцо. Нет, уйди отсюда. Нет, нет, уйди. Нет. Нет, это наше яйцо. Ты глупый, что ли? Да серьезно, блядь? Вот. И нехуй. Иди нахуй, иди нахуй. Это наше яйцо. Бля, почему мы все равно проигрываем, я не понимаю. Почему все у нас пиздят яйца? Я не понимаю. Идите нахуй. Нахуй. Спасибо за сотку. Нет, это наше яйцо, блядь. Ты заебал, чел. А где яйцо? А где яйцо? Охуенно, а куда яйцо делось золотое? А куда делось яйцо, простите? Оно было и вдруг просто тупо исчезло? Спасибо, Кекс, за рейд. Здорово всем с рейда. Здорово. Это нормально? Что сейчас спиздили? Вот оно вот. Вот я только что держу в руках. Происходит какая-то гачебасня, яйцо просто бах и исчезает. Ну, если бы яйцо не исчезло, мы бы дальше прошли. Потрясающе просто.
Классно, еще и баги в игре. Ну, супер. Здорово, здорово всем, парни, здорово. Ну что, мясорубочка? Поехали! Кручу, верчу, запутать хочу! Нормально, нормально, нормально. Кто меня уронил опять? Читы уже есть, которые тебя отвертя на финиш. Круто. Читеры, это здорово, это интересно очень. Что за наушники? Denon 5200. Новый наушник купил, да. Так, ну погнали за хвостом. Едрить, в какую Гачибасилову забежал. Серьезно? Вот с такого расстояния. Да блин, синий, иди сюда. Да ты, ну что это такое-то, лол? Почему я только в упор спустя несколько секунд ворую, а у меня за километр? Да это что, серьезно, типа, а кулдаун какой-нибудь, не? Жесть! Ну классные у нас челы в команде. Дополнительное. Да бля, ну опять за километр. Да ну бля, ну это не. Сука, ну какой кал собачий просто. Ну опять за километр, ну что за бред, блядь. Почему тогда я за километр не ворую? Ну и хуйта просто.
Да опять это, господи. Ну это самое легкое вообще. Мясорубка это самое легкое. А лучше террарий. Вот это. Хорошо, я подыграю тебе и скажу. Да, конечно, что-то это лучше террарий, конечно. Спасибо, Дара, за 40 лет. Как прошел турик по покеру? Ну, интересно довольно, но ничего не выиграл абсолютно. Ну и были интересные игры сегодня. Опять не в ту сторону крутят балбесы. Я не буду никакие скины одевать. Это мой протест. Я пойду против системы. Я сегодня бунтарь. Вот так, бананы. Тут виноград, да? Ну да. Персики, вишня, банан. Так, вот так, три арбуза. Банан, два персика, вишня. Ой, какая Гачибасилова-то. Два персика. Четыре персика вот так идут. Два банана, вишня. Два банана, вишня, арбуз. Два банана, вишня, арбуз. Так, ну и шо? Ладно, поехали. Да что вы пристали с батлой? Нет, не пойдем, уже время много сегодня, час ночи. Нет, в другой раз. Вот во вторник РГГ будет, вот после РГГ, может быть, после стрима будет. Так, что я понял? То, что надо бежать с краю. Да ну, блядь! Ну, это нечестно, ну.
Ну, конечно! Не, ну чуваки, ну сегодня, ну некогда уже боев, правда. Ну правда, некогда. Ну время много уже, ну. О, футбольчик, наконец-то. Ни разу не видел, чтобы стримеры выигрывали футбол. Ни разу. Ну ах ты хитрец какой. Блин, черт. Нормально, автогол. Да как так-то? Ну почему? Ой, пустые ворота катятся! Нет, дефай! Чел! Хорош! Молодца! Бля! Да нет же, да почему так-то? Да почему? Ну, жесть! Бля, у них вратарь. Давай, пасуй, пасуй, пасуй мне. Да блять, он все время надо мной прыгает. Ну, да что ты будешь делать? И опять пустые ворота едет. Где наш-то вратарь? Ну охуенно. Ну охуенно, что тут скажешь. Это несерьезно просто. Это просто несерьезно. Ну ты, блядь, ну это невозможно. Ну это невозможно просто. Ну я хоть один гол забил. Так, ну тут только через центр идем. Только через центр. Это мое условие. Блять.
Бля, ну сам себя переиграл. Сам себя переиграл просто. Через центр. Я играю только через центр. Ты, блядь. Ну, через центр. Ой, что-то я тупанул, да. Нет, что такое? А, понял. Но это тоже легкое. Я просто не знал, что здесь в конце надо прыгать. Ну теперь ты знаю. Блять. Ну давай еще попинай меня, тупая срань. Да ну ты будешь перелезать-то, нет, ублюдок. Что это такое вообще? Понял. Бля, почему камера так рандомно разворачивается, я не понимаю. Ну это опять-таки вообще ноль моей вины было, потому что я все делал нормально. У меня мой мудак не мог перелезть через дверь, просто не мог, блядь. Стоял его эта херня, сначала в одну сторону задрочил, потом в другую. Отлично, да. Классная игра вообще. То же самое, сейчас не будет вот этого бага с тем, что он меня просто дрочил в стену тупо, то, блядь, изи вообще будет, смотрите. Пожалуйста. Не дрочил об стену, все нормально проходится. Можно как-то сделать, чтобы когда я прошел, всех остальных сразу автоматически выкидывало? Типа, я не хочу смотреть, как они тут ходят. Мне это не интересно.
Сидеть чепляешь, смотреть, как они тут бегают. Ну, конечно, да. Время свое драгоценное тратить. Так, это опять в Сифу игра, да? Так, я сифозный? Я не сифозный, да? Вокруг сифозных аура такая, да? Ой, блядь, нет! Ну, ёбаный рот. Прям в самое сифозное место залетел. Блять, отпусти ты меня, ёбаный ты балбес. Клуб прыгунов. А, это где все тупят и бегают неправильно. Ясно, ясно. Вот сейчас опять минус жопа у меня будет от того, какие они тупые. Против часовой бегите. Против часовой, так проще. Так, вот сейчас опасно, сейчас опасно, сейчас опасно, сейчас нужно чуть-чуть поддефаться. Ай, блядь! Да идите в очко, блядь! Против часовой, кретины, против часовой! За редким исключением, вот типа как сейчас было, опа! Против часовой. О, блядь! Ну. Ну, видите? Моя острота идеально. Работает. Работает. Против часовой. Бежишь и прыгаешь. Идеально. Кека бегает по часовой, что скажешь? Скажу, что он неправильно играет. Лол. О, вот это самое душное. Они сейчас опять будут все долбиться в сорокатан, стоять, тупить, тормозить. Если ты стоишь на месте, ты не контролируешь ситуацию. Бля, ради Христа, пожалуйста, только не тупите, а. Все, погнали сразу, сходу прямо. Оп. Так, все, нашли. Погнали дальше. Оп, налево, налево, вот сюда теперь. Нет, значит дальше. Да идите вы, ёбаный рот, блядь, хули вы тупите-то, ёптить, блядь. Оп, нет, не сюда. Идите.
И стоят и тупят, и стоят, блядь, и тупят, сука, еще и толкаются. Идиоты, кретины. Вот что стоят, блядь, вот хули вы стали? Я туда не пойду, потому что, блядь, там я просто вытолкну сразу за секунду. Идите дальше, мудилы. Да, блядь, дорогу нахуй. И стоят и тупят, господи боже мой. Покорение вершины, доберитесь до вершины горы, раньше всех используйте, чтобы схватить корону, ясно. Пузи. Ой, блядь, прям въебало. Ебать, тут крутилка какая. Идиоты! А, тут нельзя? Тут нельзя? А я не знал. Это вообще ноль моей вины. Ноль моей вины. Я не знал. В смысле, блядь, нельзя пройти через нее? В смысле, блядь, нельзя через нее пройти? Сириусли? Да охренительно просто, да. Невидимая стена. Потрясающе. Потрясающе. По центру. Только центр. Не центр для пуси. Поэтому мы играем только через центр. Всегда. Придумали-то. Да ёбаный ты, блин, по голове. Ты наркоман, что ли, сука? Так, через центр. Да иди, бля, в очко. Хе-хе-хе. Второй раз так же.
Град Васянов для Васянов. Нет ничего плохого в том, чтобы периодически побыть Васяном. Вообще ничего плохого в этом нет. И зазорного. Немного Васяна есть в каждом. И в тебе тоже, да. И в тебе. Если ты такой думаешь, про меня это он говорит? Да, и в тебе тоже. Прекратите толкаться, прекратите толкаться. Прекратите толкаться. Интересно, а вот так можно? А, можно так делать, лол. Чего вас здесь так много, а там так мало? Теперь здесь много, а там мало. Да ёпарасоте, вот не угадаешь. Не трогай меня. Хватай, скидывай. Нет. Что за бред? Здесь цель выжить, а не убить. Ты не понимаешь? Выжить это не равно убивать. Бля, серьезно? Бля. Бля, да seriously? Бля, жижа уже близко, жижа близко. Да ну, блин, ну тупой пес. Бля, жижа. Иди нахуй. Бля, сука, ноль моей вины, ноль вины. Я нажал на пробел, ноль вины просто. Я все сделал как надо, просто, блядь, он не прыгнул. Я нажал на пробел. Видит Бог, я нажал на пробел. Через центр. Значит, поезд нажал. Что, я не знаю, что ли, когда жать надо? Ну как бы игра сама решает, когда она, как я нажал, нормально или нет. От меня тут ничего не зависит.
Да ёптить, ну хорош. Бля, вот это так бесит, что ты как бы прыгаешь нормально, но в тебя отлетают идиоты. Идиоты, которые не могут прыгнуть нормально. И тебя сбивает. Сука, так тупо. Блять, идите нахуй. Я даже не рядом был. Все, собрались. Центровая тактика, центровая. Бля, вот я бы сейчас прошел, если бы не идиот передо мной. Я бы прошел. Но опять идиоты руинят. Спасибо, Сайд, за 62 года. Спасибо. Рад тебя видеть. Тяжко мне? Нормально. Пока нормально. Так, ну качели. Ну, если они не первые, то норм. Да? Они же могут быть самыми первыми. Когда просто, ну, там вообще просто какая-то опять там, типа, ну, метро в час пик, когда получается, да? Сейчас, по идее, должно быть норм. Ну, блин, я третий. Ну, конечно, я третий. Не третий, даже четвертый. Ну это понятно, да. Ну это на дно, блядь, пуля. Ну, классно. Ну вот это тупо дисбалансная карта. Типа, кто вот вначале стоял там, ближе к старту, тот проходит на изи. Те, кто в конце, тем пиздец. Блять, ну что за кретины? Еще и меня уронили в прыжке, ну что за... Да прекратите, блядь, толкаться, ёбаный рот, ну так много места, сука, так много места, нахуй ты толкаешься. Да хули вы делаете-то, блядь, придурки. Ясно. Встань! Разлегся, блин. Да ёбаный рот! Какие мудаки, сука, это делают, а? Блядь, да не прыгай ты передо мной! Ну что за мудак? Это, я думаю, я еще перекурить успею сходить. Пока они тут добегают.
Блин, первый раз такое вижу, чтобы качель так жестко наклоняли, чтобы ты с середины прям в нее вниз сваливался. А тут дважды такое было за одну катку. Просто жесть. Да сколько IQ-то у челов? Сколько? Ну, посмотрим, как сейчас прыжок будет прожиматься. А это нормально, что птица так быстро бежит? Ну да, еще проедь по мне теперь. Бля, что я сделал? Господи. Ну, это 100%, это просто 100% моей вины было. Просто 100%. Просто... Вообще, мне даже в оправдание себе сказать нечего. Бля, ну сириусли, игра. Ну да, ГГ. Командного давно ничего не было. Окей. Okay.
Ой, блядь! Ну как, 50 на 50. 50 на 50. Как бы, я, конечно, виноват, я мог задзефаться, но это, блядь, произошло, потому что в меня какой-то придурок, блядь, стал долбиться. Спокойно, без нервов. Идиоты, идиоты! Ну, без нервов, что? Я ж не загорелся. Дровян в эту игру, да, кстати, нормальная тема была бы. Что за мудилы? Да ну конечно оно вперед, блядь, будет улетать, естественно. Хватай золотое! Нахуй пошли отсюда. Где оно, блядь, где оно? Это оно? Да, это оно. У, блядь. Да сука, куда оно полетело, блядь, да ебаный рот этого... Шел нахуй от меня!
Окей. Ну, лишь бы сейчас не в последних рядах бежать. Можно не в последнем ряду, пожалуйста? Ну, блин. Ну, не в последнем. Просил, получи. Бля, это невозможно. Начать самое сложное здесь. На нахуй въебало. Бля, банан, ну за что? Да ну клубничка, блин! Бля, ну просто потом... Я вообще не могу с места сдвинуться. А ничего, что у нас 15. То есть это считается нормально, да? Окей. Окей, блядь, игра, окей. Я не понимаю, ну как мимо-то все время? Что с хитбоксами-то в этой игре великолепной? Найс. Чё? Это что за... Это мяч для другого вида спорта, бля, игра! Охуенно! Ну, классно, да? Ну, естественно. 7 на 8, да? Sims лежит, блядь. Ну, у них вон два вообще на воротах стоят. Пизда-то, бля, пизда-то как? Ё, просто, бля, 10 из 10 игра. Просто 7 на 8, да? Охуенно. Охуенно, да, давай еще, блядь, забей. Просто нет слов. Сука, таким надо конченным долбоебом быть, блядь, чтобы делать нахуй командное соревнование, да? Команда на команду. Заранее уже, блядь, в проигрыше. Пиздец, блядь, что должно, блядь, в голове быть у человека? Сука, неужели так сложно сделать проверку? Нечетное количество, значит, не футбол, блядь. Пиздец, просто...
понял, блядь. Ты как еще жив, нахуй? Вот. Ну ты я хуёво прыгнул. Да, блядь. Ой, блядь! Ну, это я виноват. Что? Хитбоксы, блядь, в киосках, что ли, заряжали? Я не понимаю. Ну, блядь, что я делаю? Хуен. Пиздец, бля, прыгаешь в дырку, блядь, ровно прямо в дырку. Нет, нет. Ты что, думал, ты в дырку попал? Да, конечно, блядь. Угу, угу. Дай угадай, я в последнем ряду. Ну, нихуя себе. Нахуй пошли, мое первое место. Ну, я не знаю, кто так. Я не могу понять, кто взял первый. У меня была какая-то херня, топ было написано. Я не знаю, что это значит. Тут же не пишут. Типа, ну, в конце тут нет никакого, никакой таблицы с результатами. Mm-hmm.
пошел нахуй отсюда. Нахуй отсюда. Ёбки, блять. Пшел нахуй. Ты, блять, ёбаные мечи, говна. Какой еблан, блять, догадался сюда такие мечи делать. Они же просто не попасть, блять. Просто тупо, блять, не попасть нахуй. Вот уёбки, а. Да, я просто сквозь мяч пролетел, да? Да, бля, ну жесть! Я прыгаю прямо ровно в мяч, вот так толкаю его, в итоге падаю вниз, и мяч второй летит обратно. Да, блядь! Сука, Физом, походу, тоже в киосках заряжали. Конечно, я последний. Ой, блядь. Ой, блядь, да мудилы вы гремычные! Я так и думал. Ядрить его колбасит. Да заткнись ты! Привет, стример. Живи. Привет. Shadowlands скатываться, но если только посмотреть. Нормально себя веди. Нормально себя веди. Woo!
Да, блядь, не толкайтесь, придурки! Вперед идите! Да, бля, ну какие же мудилы! Да вот! Нет. Бля, чел, проходи вперед, заебешь мертвого. Ну и хули вы там стоите? Хули вы там стоите? Хули вы там стоите? Идите, блядь, вперед! Блять, отъебись от меня, придурок. Ай, нахуй, короче, идите все, как вы заебали, блять. Идиоты. Стоят и тупят, блять, стоят и тупят. Можно в два, в три раза быстрее проходить эту катку. Но нет, надо стоять, тупить, смотреть. Ложные плиты трясутся. Да и хуй с ним! Пусть трясутся. Ой, блядь, два персика въебало. Не круто. Да, бля, ну вот мудак справа меня заблочил. Просто уёбок какой-то справа. Я не смог отойти вправо, чтобы задоджить ебаный этот фрукт. Что я сделаю? Какой-то мудила. Вот ноль моей вины, блядь. Реально ноль. Я все делаю нормально, мудак справа меня блочит. Можно просто следующую игру начать? Мне неинтересно это. Я не знаю, перфекционист. Мне наплевать на эти. Здесь все поломано. Да поняли уже, поехали, давай, сколько можно-то, а? Вот это худший раунд, реально, просто худший.
Блять, сериусли. Вот так прямо, да, сходу. Вот у меня не хватает. У меня тупо не хватает. Ну, у чела тоже не схватило. Ну да, да, да. Ну вот, ну... Ну вот, да у меня даже так не хватает! Да, конечно, да, конечно, да, 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 пизди, пизди, приятно, блядь, слушать. Охуенно, ну охуенно, ну бля, ну просто, браво, блядь, браво. Мне нужно жопу, блядь, порвать, чтобы у кого-то хвост отобрать. У меня просто за километр, блядь. На нахуй, нет хвоста у тебя. Охуенно, бля, просто. Просто браво. Аплодисменты, блядь. Просто ни со спины, ни как, просто, блядь, с лица откуда-то сбоку, блядь, из-за угла. Бам, хуяк украли. Охуенно. Охуенно. Ясно, блядь, понятно. Ой, блядь, ну понятно, ну, блядь, понятно. Иди нахуй, а. Ой, самая унылая срака. Блять, как же вас тут много, а?
Да вы чё, здесь все, что ли, блядь, собрались? Идите в сраку отсюда. Давай уже. Ясно. Катка самых скучных каток. Я понял. Только не виноград. Последний не запомнил, на самом деле. Побежал туда, куда все. Новое. В чем прикол? Просто прыгать через кольца? А в чем сложность? А, понял. И что, оно не вернется, типа, или что? Блять. Понял, окей, ладно. Бля, я максимально бесполезный. Да ну, ты что? Да ты что? Да ты что, блядь? Это пиздец. Это пиздец. Да, да, он не пролазит просто, блядь. Мне какого-то жирного дали, походу.
Бля, жесть. Да вот это что, блядь, что это такое? А вот это нормальное кольцо? Понял, нормальное, видимо. Ну я хуй знает, как вообще в это играть. Ну я здесь виноват, да. Ну, я пока понял, чё к чему. Здесь много вины. Бля, из 40 колец, наверное, 2 очка принес от силы. Да, блядь, ты что, охуел, что ли? Бля, он опять не прыгает, я опять жму, он не прыгает. Сука. Thank you.
Нажми один, зачем? Какая-нибудь дебильная эмоция будет? Да, бля. Тут надо не как играть, а как орать, блядь. Охуенно. Или это наш, я не пойму. Нет, это синий. А, фу, тут нет команды вообще, лол. Ну, вот, вот, пожалуйста. Вот у меня бы, да, у меня бы отняли, кстати говоря. Да ну бля, ну прекратите. Ну ясно. Да, я его схватил, подержал. Я сзади схватил чела с хвостом и держал его. Охуенно, но у меня хвосты забирают по-прежнему, блядь, за километр. Пиздец, бля, какая высерная игра, это просто жесть, бля, вы чё, ебанутые такого выпускать? То есть, понимаете, у меня хвосты забирают с расстояния, а я в упор, вместо того, чтобы забирать хвост, держу чела сзади. Это я не знаю, все равно, что ты в пупку играешь, блядь, стреляешь по врагу, но урон наносишь себе этим. Вот это то же самое было бы. Ну, блядь, ну давай, 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 давай. Блядь, каждый по мне пройдись. Вот это просто худшая, вот это худшая карта. Но она хотя бы, в отличие от хвостов, футболов там и прочего, работает нормально. Она просто тупо бессмысленная. Валик с дырками не худший. Валик с дырками просто скучный, долгий, и все. А ты попробуй баклаван. И узнаешь, что спрашивать-то.
Какая лучше? Ну, я согласен там вот с челом из чата. Вот там, где жижа поднимается, вот это самый топ. Не, ну это говно, тут обзора нет вообще. Да где у них незараженные там вон наверху? Да ну, бля, ну тут на равных было. Не, качели нормальные, на самом деле. Там просто тупые игроки руинят. К слову, о качелях. Как это бесит, господи. Бля, какой конченый геймдизайн. Просто хули он упал, блядь, и на жопе скатился вниз. Спасибо за полтос. Скин не куплю, сразу говорю. Это нормально, что он так бежит? Бля, ща уронят. Нет? Ну нахуй ты толкаешься, бля, придурок. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Нет, не видел клип Кекс с толканиями. Ой, блин.
Нормально залетело. Бля, еще минуту этой долбежки. Зачем так много? Да, блядь. Нихуя я синим закинул. Так, снова колечки. Блять, ебаная камера, говна тупорылая. Просто нихуя не видно. Блять, мудила сраная. Бля. Еще одно там же. Да хуй тебе. Oh.
Ну, когда знаешь изи, когда знаешь, что делать, это изи. Моя любимая. Бля, ну челы, ну камон, ну почему вы стоите и тупите? Ну это же так очевидно, куда идти. Хули вы вот эту не проверили, она же тоже может быть рабочей. Ну, пожалуйста. Короче, вы там долбитесь, у меня свой путь. Во, да-да-да, долбитесь там. Не, наверное, мой путь будет непобедный. Да. Ну это невозможно, там с ними просто в этой гачебасне сидеть. Это просто ужас. Это просто ужас, забейте. Они стоят и нихера не делают. Просто стоят и тупят, блять, и толкаются. Да, блядь. Да ну ёбаные балбесы, сука. Можно я встану хотя бы? Я играю только через центр. Да, блядь. Вот нахуй. Мышка на экране раздражает, да. Но не всегда есть время ее убрать.
Качельки наши любимые. Блять, тихо. Вставай, ёбаный шашлык, блядь, ну что это такое? Ну, блядь, я не понимаю, там падения эти в киосках тоже, что ли, заряжают? Ясно, платформы тоже в киосках заряжают, я понял. Сука. Бля. Ну, чё-то походу ГГ. Походу ГГ. Ой, блядь. Не, нормально. Если сейчас вот при первом прыжке не упаду вниз, тогда нормально будет. Если упаду, ну сори. Как всегда, последний. Ебать просто, что... Не, ну что-то похоже, что вряд ли получится. Бля, черничка, ну за что? Да, ну это ГГ. Ну я не знаю, мне здесь что-то просто ну так жестко не везет, это просто какая-то жесть. Все говно в меня, просто все говно в меня. Везде турики потерял, если бы оно было. Ближе к краю легче. Да понятно, но там толпа идиотов была. Было просто не пройти. Thank you.
Battlefield не будет. Battlefield может быть во вторник. Завтра Сталкер. Сталкера надо заканчивать. Там осталось, я думаю, на 2 стрима. Мизери. Самая бесполезная дресня. Окей. Да они рофлят, что ли? Зачем они падают? Ебать, как тесно-то, боже мой. Ну тут что-то прям до хрена, по-моему, попадало для этой дресни. Мне казалось больше, ну ладно. Ну что теперь? Может, жижу, а давно жижи не было. Ну ёптеть. Я надеюсь, показываю тех, кто не люн с игры. А. Прекратите толкаться. Ну и нахуй ты это делаешь? Нам тоненького было к 100. Блять, хватит меня трогать. Я не понимаю, про социальную дистанцию-то не слышали здесь, да? Соблюдать вообще-то надо.
Так, ну его сейчас я чувствую, какой-нибудь футбольщик будет, да, который все заруинит. Типа было две самых унылых срани с запоминанием и с валиком. Ну хотя 21 для футбола многовато, мне кажется. Это что будет, типа 10 на 11? Скорее на 3 команды что-нибудь, типа колец. Ну или яйца, мне еще лучше. Блин, четвертым раундом ставить яйца, ёпарасете. Да, чел, блядь, прекрати нахуй, а! Ясно. Да блять. Да хули вы делаете? Почему вы вдвоем-то здесь дефаетесь? Вы чё, глупые? Втроем теперь. Это серьезно, что ли, сейчас происходит, или что, я не понимаю? Они вчетвером, блядь, дефаются. Вы чё, бля, больные? О, нахуй идите. Бля, красные охуевшие просто вообще в край. Мрази. Сука, почему здесь нету кнопки бить по ебалу, я не понимаю. Сириусли, почему здесь нет кнопки бить по ебалу? Ну ясно, ГГ, блять. Поиграно нахуй. Охуенно! Просто, бля, прям в ебло. Я еще застрял даже в этой дресне крутящейся. Бля, ну и как? Да вы дрофлите, что ли? Ну... Все, ладно, ластецкая. Я не могу, блять. Это пиздец. Просто, блядь, из ниоткуда. Я даже наверх смотрю, блядь, посматриваю. Просто откуда, прям въебало. Бам, нахуй. Можно это скипать как-то? Мне неинтересно этот кал смотреть.
Спасибо, Бейкер, за 39 лет. Пиздёж, я 41-й был. Это не щитовая хуйня. Пиздёж. Я был, блядь, 41-й. Бля, она ещё и пиздит, эта игра. Господи, какой шлак. Зачастую финиш также был выбит. Ну, я говорю, игра пиздит. Игра просто тупо пиздит. Пизда этим качелем. Да, блядь, ну, сука. Бля, какой мусор просто, какой мусор! Ну, блядь, конечно. Ну, нахуй, конечно. И отъебись, блядь. Не трогай меня вообще.
Бля, дайте угадаю, следующее будет с запоминанием, да? Блять, не трогай меня! Сука, социальная дистанция! Держи социальную дистанцию, мудила! Что за выродки тупорылые? Что за выродки просто мразотные, а? Ладно, все, это точно ластецкое. Нет, на этой карте суть выживать, чел. Как и на всех остальных тоже суть выживать. Здесь нет функции бить ебало, поэтому здесь цель выживать. Ты не выжил? Потому что, блядь, идиоты мешают. Блядь, ну это я идиот уже, да. Блять, у меня просто нет контроля над персонажем в такой ситуации. Просто нет контроля никакого, абсолютно. Блять.
Да, блядь! Да ёбаный рот, тебе места что ли мало, уёбок? Нихуя себе откинуло. Ну давай, сейчас на запоминание надо. Самое то будет просто. Блять, да как же тесно ты, ёбаный рот. Чат добавили в игру, я во всех играх voice чат выключаю первым делом. Во всех абсолютно. Давай вот сейчас жижу, я не знаю, на 15. Это что такое? О господи, блять, это еще что за говно? Нет, игра не нравится. Она кривая, отвратительная просто, блядь, лагучая. И все вот это. Полный набор, короче. Это типа сложно или что? Не, ну конечно, когда у тебя в команде такие идиоты, которые просто убежали почему-то вперед.
Они типа нас блокировать пытались? Что, блядь? Невозможно в этой игре шар заблокировать. Они сделали, знаешь что? Они сделали ноль помощи своей команде. Вот что они сделали. У них в итоге шар толкало там 2-3 человека. А у нас четверо там или пятеро. Так, пожалуйста, только не апельсин какой-нибудь въебало мне, блядь, на третьей космической скорости. Блядь, сука! Ёбаная помойка, блядь! Завтра на сталкере увидимся. Ебал рот просто этой кривой помойки сраной. Высер какой-то, блядь. Сталкер ближе к вечеру завтра будет. Все, всем спасибо, что смотрели, пока.